пошла поесть. Думаю, удобно, неудобно. Сейчас оглянусь. Вот это японская кухня. Тайская. Короче, все-таки я решила, что буду удона есть. Выкасу. А, two type. Выкасу or only curry. Bowl? Is it like with beef? Kasu? Is fried pork? No pork. I don't eat pork. So only curry? Yeah, beef. With beef. This is like the butter, you know? Yeah. Сейчас вот тут набираем. Короче. Is that okay if I record? Видео is okay? Yeah. Thank you. Он наливает. No pork. No pork. Yeah, I don't eat pork. There is no pork? Soup, no pork? Absolutely no pork. Oh, okay. That's awesome. I can get plenty. Yep. Thank you. Вот это. Сейчас попробуем. У них... Ауч! У них это есть. Вот это все есть, но я зарвусь. Может, какой-нибудь салат возьму? Салат тоже не надо. Нет, надо. Вот это возьму. Салаты. Бля. Nope. Все, that's it. Сейчас он будет считать. Все. Oh, thank you. Теперь вон там все классности есть. Я сейчас посижу, сяду где-нибудь здесь. Все мое любимое. Это типа жареная мука, что ли, не знаю. Васаби у них есть. Самое главное для меня это васаби. Так обожаю. Я не могу показать, как буду васаби на это накладывать себе. Я васаби себе положила. Прям ложку туда положила. Теперь мне надо соевого соуса найти. I don't know which one is the соевый соус. Надеюсь, вот этот соевый соус. И это будет нечто. Я обожаю это. Всех Новым годом! Я пришла поесть, не знаю, вечером выйду или не выйду, пойду куда-нибудь, потому что у меня очень дел много, и я решила поесть японские удоны, такая красота. Вот, я стою с этой стороны с ней, да, с этой стороны красивее, короче, вот мое васаби, мое любимое, и чесать я туда много положила, вот. Всех с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья, счастья. У меня очень дела много, потому что где-то с 19 января я на отдых собираюсь на 10 дней. Ну, может, оно продлится, может, тоже где-то на пару дней. Я еще что-то хотела сказать. Ну, в общем, да, мне надо на отдых, поэтому у меня очень много дел. До отдыха мне надо завершить запуск моего продукта, одного продукта, вот. И уже плотно заниматься с этим, поэтому у меня очень мало времени. И на тусовку у меня времени нет, поэтому у меня тусовка будет в этом, ну, где я там буду отдыхать, вот. А для себя, я для себя в этом году подарила, что я подарила, подведу итоги, годовой итог тоже подведу, потому что это важно для меня тоже. Каждый год я перед собой отчитываюсь, чего я достигла, чего нет. Вот это васаби, да, оно соевый соус был, оказывается. Я там сомневалась, оно соевый соус или нет. Вот так будем смешивать и туда намокать вот этого водоросли. Сейчас покажу. Я
хорошенько перемешаю, потом покажу. Все, оно готово. Вот такая консистенция получается. И туда вот этого водоросли намыкаем и ем. Я не люблю есть перед камерой, ну, перед людьми. Но сейчас покажу, какое ощущение будет. Оно просто убьет. Пошло. Прям в голову такой удар пойдет. Не так уж. Сейчас. Еще один. Головной удар сделаю. Думаю, теперь, о да. О, мамочка. Вот через вот отсюда горечь идет, это в голову пойдет. Видно или нет? Чуть я не заплакала. Вот такая ударная доза пошла. Ребята, очень советую вам попробовать вот это васаби с этим, как там, соевым соусом. Ну, туда чего там хотите намыкать. Я сначала с суши начала. Но, ну, если да, конечно, но особенно я... Сейчас еще. О май гуднес. Вот такое ощущение будет. Это просто расшатает ваши мозги. Я брала волосы. Короче, я поела. Теперь могу делиться. Оно настолько вкусно было. Это биф удон с этим curry. Конечно, удоны, они, ну, там соус есть, но не суп оно, реально там. Соус такой густой, довольно такой густой. Вот. Если у вас там в вашей стране есть удоны, попробуйте. И это, думаю, это новинка у них, потому что я раньше тут, когда я тут ела, у них этого не было, или я не обращала внимания, но точно не знаю. Потом, когда выйду, я посмотрю, и когда буду выкладывать видео, я там напишу, что это новинка или не новинка. Прохладно стало, чтобы вы поняли, здесь в зданиях нету системы отопления, поэтому зимой настолько хреново холодно будет, холоднее, чем на улице. Вот. А тут можно только вкусно поесть, как у нас реально вкусная еда. У нас очень вкусная еда. Поэтому, так как мы привыкли, я выросла с этими условиями, с этим вкусом. Мне не особо тут все нравится. Я всегда недовольная такая насчет еды. А на самом деле я не такая... Я не всегда буду ныть, вот. Но когда речь идет о еде, да, буду ныть, потому что это реально боль души. А еще я вам не показала, после еды мне хочется всегда сладкого. Вот моего тут блины, мне надо, пора пойти и заявить, что вы должны платить мне за рекламу ваших блинов. Корейские блины, японские, говорю. Ну, в общем, тут можно поесть только в корейских, японских и тайванских ресторанах вкусно. А само вот этой страны, еда с этой страны вообще хренятина. Ну, это я не говорю в том плане, что я сужу, но у них такой вкус. Единственное, что у них мне нравится, это фусао. Ну, мисао, фусао. Все вот эти сао нравятся. Вот. Вот так вот. Думаю, вам понравилось. А цена, это было где-то $5.5, что ли, так было. Я воду не заказывала, потому что у меня вода была, поэтому не стала заказывать. А жду от вас лайки, комменты. Ваши лайки и комменты для меня многое значат. Для вас это не трудно, а для меня приятно.